Мир вам! В ефірі телеканалу «Родана Бесіди про вічне». Я вітаю наших телеглядачів і вітаю у нас у гостях у студії протеєрея Олександра Горвенка. Ми сьогодні поговоримо з вами про теологію, наскільки я розумію так, по твору Льюіса «Просто християнство». Так, да, будемо продовжувати читати і думати над мислями Льюіса касательно теології в Він розбирає далі теологію як науку, оскільки їй присущі всі елементи науки, такі як теорія і эксперимент и практика. И он говорит, что если геолог, занимаясь камнями, он для того, чтобы изучать предмет своей науки, он должен приблизиться к предмету своего изучения. Камень, который сам по себе пассивен, он не имеет своей собственной воли, и для того, чтобы его изучать, необходимо просто иметь некоторые материалы, некоторые сведения и сам предмет изучения перед собой. Если, он продолжает дальше, если человек поднимется на ступеньку выше и начнет изучать, скажем, животных, биологом будет, то для того, чтобы ему изучать их привычки, повадки, ну, вот самые внешние черты их проявления, их в животном мире, для этого ему необходимо оставаться незамеченным в их среде, чтобы они его не замечали, поскольку они убегут животные, если они заметят присутствие человека. А дальше следующая ступенька изучение человека. Говорит, здесь для того, чтобы изучить другого человека или даже, говорит, просто подружиться, необходима некая симпатия. Но с Богом этот закон не работает. Если с камнем нужна активность только человека, если с животными нужна активность и незаметность в общении с животными. Если в общении с человеком нужна активность одного человека и активность другого человека, или, по крайней мере, невраждебность для того, чтобы изучить другого человека, то с Богом происходит совершенно иначе момент изучения. Как говорит Льюис, он говорит очень важную вещь, о которой часто забывают христиане, что само желание человека найти Бога уже является источником своим, является Бога. То есть, если я хочу найти Бога, то источником этого желания не являюсь я сам. Бог в меня вмещает жажду самого себя. Христос сказал такие слова. Без меня не можете творить ничего. Дальше он сказал в другом месте, что если мой Отец не призовет к себе, то человек не может прийти. И человек... Изучая Бога, должен понимать, что если во мне родилась эта жажда, то это жажда от Бога. Если в другом человеке нет жажды Бога, то это не только потому, что человек грешен, либо человек как-то очень далеко отошел от Бога, либо свою совесть сжег. Это потому, что Бог в этот момент его не призывает. В древности философы говорили о Боге, который почил. Деус Бог, который сотворил всю Вселенную и поручил этой Вселенной управлять каким-то низшим духом, а сам он по себе удаляется от мира, который он сотворил. Но христиане, придя в этот мир, они категорически отвергли эту теорию. Они сказали, что Бог среди нас, Бог вместе с нами, и Он желает нашего спасения, желает нашего обращения. Этот момент, почему он очень важен? он очень важен для тех людей, которые пытаются привести к Богу каких-то своих родных, близких. Мамы хотят привести своих детей, жены хотят привести своих мужей, бабушки хотят привести к Богу в храм. Это могут быть даже разные вещи. Привести своих внуков. И всем кажется, что мы знаем путь, по которому должен идти человек, что иди в храм, там, причащайся, кайся, участвуй в таинствах. Сам по себе это путь очень хорош, он очень легкий, он усеян множественными подсказками от Бога, как необходимо поступать в тех или иных обстоятельствах нашей жизни. Но необходимо понять очень важную вещь, что это путь, он сугубо индивидуален. Каждый, кто идет к Богу, он идет только своим путем. Каждый, который идет к Богу, он должен пройти тем путем, который определяет ему Бог. К примеру, возьмем два таких примера. Первый – это преподобный Силуан Афонский. Я уже говорил о нем неоднократно, о моменте, как он искал Бога, но этот момент настолько яркий, что я хочу еще раз повторить. Он задался целью достичь той высоты, которую достигали преподобные отцы первых веков. Он сказал, а мы те же самые, дух, тот же. Самой, да? И человек, в принципе, не изменился. От того, что у меня в кармане лежит мобильный телефон, я тот же, что и человек, который жил 2000 лет назад. Я один и тот же. И Силуан Афонский говорит, хочу добиться Бога, хочу достичь той благодати, которую достигал, ну, скажем, Макарий Великий. И будучи по силе своего духа очень крепким человеком, он предпринимал множество подвигов для того, чтобы достичь этой благодати и почувствовать Бога в своем сердце. И он очень много положил на это сил. Результатом всех его действий была уныние и отчаяние. И отчаяние до такой меры и силы, что в конце своих трудов он воскликнул Богу в сторону неба ⁇ Ты неумолим ⁇ вот угу. я, же, я же все, я ушел в монастырь, я для тебя все делаю. Посещаю все службы. Он выбрал себе самые тяжелые послушания на мукомольне, носил муку и участвовал во всех трудах, самых тяжких, самых низких в монастыре. Очень много лет это все длилось. Множество ночей он проводил без сна в молитве, чтобы Боже, дай мне тебя почувствовать. А результат ноль. И он крикнул Ты неумолим. И в этот день ему явился Христос. И Силан Афонский сказал, что я жив только благодаря тому, что явление Бога в моей жизни, которое я пережил, было очень кратким. Если бы оно продлилось чуть дольше, я бы не смог пережить. Как в Ветхом Завете говорится, что не может человек увидеть лица Бога и остаться живым. Вот по э, Силан Афонский шел вот таким путем. Путем подвигов, путем трудов. І он в конце був сломлен Богом, а потім за те, що він сломався, що він согнувся, за, за своє смирення Бог ему явился. Это путь їм Афонского. І буває інакше, вибачте, що я перебила, буває інакше, що людина іде цим шляхом, намагається пізнати Бога, але ця дорога заводить її людину кудись. Не туди, куди треба. Ну, наприклад, той самий Реріг. Да? Ми маємо прекрасні його обичаєві роботи, прекрасні його фрески, мозаїки, і ми знаємо, чим закінчилося врешті-решт, його пошуку Бога, його життя. Я не силен судити Реріха, як ніхто з людей не силен судити другого чоловіка. Я просто скажу свою мисль. Це мисль моя, я не настаю на її істинності. Я, я просто вот так думаю. Что каждого, не только рярих, а многих же, много монашествующих, mm -hmm. которые достигали больших вершин, чудеса творили, а потом в прелесе заканчивали свою жизнь в заблуждении, в отвержении Бога, либо в какой-то ереси. Ава Дорофей сказал такую важную вещь, он сказал, что спасение во многих советах. То есть, когда человек перестает советоваться с другим, когда он сам для себя становится авторитетом, когда он скажет да я много знаю. Когда Александр Протоирей Соборный скажет, что, а я знаю mm -hmm. все, я знаю больше, чем другие, это день конца Александра Горовенко, потому что он поверит сам себе. Говорил один, по-моему, Игнатий Брянчанинов, говорит, я не знаю большей погибели для монаха, чем поверить самому себе. И вот и Николай Рарих и все остальные, которые сбились, где-то не там повернули это чаще всего это гордыня и следствие этой гордыни доверие только самому себе своему мнению угу. вот почему бывают на этом пути к Богу почему человек иногда сбивается вот вернемся к другому примеру угу. как человек может приходить к Богу первый это Силан Афонский, который труды положил для того чтобы сломаться под этими трудами а потом за смирение был вознагражден Богом а другой? второй это сам пост нам подсказывает Мария Египетская, угу. профессиональная блудница, которая всю жизнь на это положила, которая сама сказала, что я всегда считала, что жить стоит только вот ради этого плотского удовольствия, что больше ничего в мире нет выше этого. Более того, она сама трудилась для пропитания, она шитьем занималась и говорит, я никогда не брала деньги за блуд. Потому что я считала, что я живу ради этого. Честно, блудница блудила, и никаких взглядов в сторону Бога не было. Она поехала в Иерусалим на корабле блудила, и сама попытка, и само путешествие в Святую Землю она совершала не с целью поклонения Христу, не с целью даже сказать Боже, будь милостив ко мне грешной. Нет, просто она говорит, я хотела, чтобы было больше с кем блудить честно поехала, честно это считала, честно говорила себе это. Но также честно и пошла в храм, когда толпа пошла, и она пошла. Куда это? Ну, все туда, ну и я пойду. А тут взял Бог и сказал, нет, не войдешь. И вот таким образом Бог приводит к себе блудницу, профессиональную блудницу. Не такую, как, как все мы, где-то там внутри блудим в голове, а снаружи кажемся белыми и пушистыми. А это нет, это грязная. И, и все на нее говорили, что она блудница. И она о себе говорила, что она блудница. И все было честно, и открыто и искренне. И Бог именно эту честную душу призывает к себе тем, что заграждает в один определенный момент вход для нее в храм. Она наталкивается на стену, и она начинает понимать, в какой ситуации она оказалась? Она понимает, какой глубины ада она достигла в плане греха, в плане скверны. И с этого момента начинается ее обращение. Вот. И первый путь Сюлана Афонского приводит его к Богу. И второй путь Марии Египетской также приводит ее к Богу. При том, что Засима, который приходил к ней, он по своему духовному состоянию, он с детства подвязался в монастыре. Он сам сказал, что он намного ниже. Он не достигал угу. тех высот, которые достигла она. И он был скорее на послушании Марии Египетской, и она его благословляла. И он слушался женщину, он слушался блудницу, но покаявшуюся блудницу, которая достигла большей высоты. А у нас, у христиан, часто так бывает, там, бабушка. Вот как мне заставить своего внука прийти в храм? А зачем? Для того, чтобы сделать его еще одним таким же, как ты, Наценируй, для да. того, чтобы человек вот только прошел тем путем, который ты считаешь для него правильным. Это глубоко ошибочное мнение, потому что Бог каждого ведет своим путем. Одного ведет Он путем Марии Египетской, другого ведет путем Силуана Афонского, а третий пойдет сам путем Николая Рариха. А все встретимся на суде и даст Бог многие, надеюсь, большинство, а некоторые святые отцы говорят, что и вообще все. Иоанн Златоуст говорит, смерти где твоя жало, ад где твоя победа. Надеемся, что за какие-то свои даже падения в сторону Царства Небесного, даже, даже упасть надо в нужную сторону. Потому что в боксе надо уметь падать, в бою надо уметь падать. Первое, что тебя учат в рукопашном бою, это как правильно упасть. Угу. И в духовной жизни тоже важно, как правильно упасть, не как правильно по ступенькам подниматься на небо, а как правильно упасть, чтобы не отчаяться. Как упасть и встать потом со сломанным носом и опять продолжать бой. И опять проигрывать, и опять падать, но в конце концов услышать. Блаженный голос нашего Христа, который скажет, «Иди, овечка, сюда, на правую сторону. Ничего ты для меня не сделал, но хоть падал в мою сторону, и за это будешь спасен». Дякую вам за сегодняшнюю беседу. Ангела-хранитель. Триває наша передача, і ми в гостях сьогодні у історика і краєзнавця Наталя Федоровича Хінченка. Федорович, я вас вітаю. Здравствуйте. Наскільки я знаю, ми сьогодні з вами будемо говорити про Гавриїла Банолеско Бадоні. Чому ви вибрали саме його для нашої сьогоднішньої розмови? Да, річ сьогодні дійсно, Наталія Юрійовна про о діяльності його Євоскасвященства Митрополіта Гавриїла Банолеско Бадоні. Він був третім останнім представителем. уважаемой православном движении греко лахийской церкви. И именно он на протяжении шестилетнего периода, имея высокий титул митрополита Екатеринославского и Херсонес-Таврического, окормлял деятельность Екатеринославской епархии с 1793 по 1799 год. Родился будущий архиерей в 1746 году, в небольшом трансильванском городке Быстрица в семье благочестивых, знатных, уважаемых в православии родителей дворянского происхождения. При рождении младенец был наречен именем Григорий. Родители дали своему сыну блестящее как светское, так и духовное образование с измальства, приучая его ко, всему, его ко всему божественному, ко всему православному и святому. Он успешно закончил гимназию в городке Быстрица а потом закончил Семиградское духовное училище и, наконец, обучался в знаменитой Киево-Могилянской академии. После окончания этих названных высших учебных заведений трудился некоторое время преподавателем в городке Быстрице, в других городках Трансильвании, преподавал также в Ясах, в гимназии, преподавал он в основном греческий язык и философию. Я знаю, что он еще у в Константинополе до какой час. Да, он обучался также и в Константинополе, это специальное было вот, такое учебное заведение, которое находилось при дворе Вселенского Константинопольского Патриарха. И, кстати, в 1779 году о нем уже хорошо знал Константинопольский Патриарх Сафроний II, и именно он пригласил его на аудиенцию, беседа продолжалась около трех часов, и в результате этой беседы молодой Григорий Бадони принял решение стать монашествующим чином. Этот божий промысел был успешно совершен в стенах знаменитого Успенского Константинопольского мужского монастыря, и при принятии монашеского пострига он был наречен именем Гавриил. Вот с этого периода, по сути дела, и начинается духовная деятельность священнослужителя. Он был приглашен своим духовным наставником и учителем, архиепископом Екатеринославским и Херсонес-Таврическим Никифором Феотоки, о котором мы более подробно рассказывали в одной из предыдущих передач, в Полтаву, где находилась в то время его резиденция в помещении Крестовоздвиженского храма и где функционировала Екатеринославская духовная семинария. А в каком году приехал Владимир Это в было в 1782 году. Он прибыл в Полтаву, в качестве преподавателя греческого языка и философии. Трудился он там под началом Никифора Фиотоки на протяжении двухлетнего периода, я имею в виду Екатеринославской духовной семинарии, а потом он уехал в Трансильванию. Некоторое время занимался там духовной и преподавательской деятельностью. Кстати, там же он был Хератонисан в Трансильвании. Хератонисан был в Архимандрита. И только уже следующий святитель Екатеринославской епархии, епископ Амвросий Серебренников, пригласил его второй раз э, прибыть в Полтаву для того, чтобы уже теперь не преподавать, а руководить. Екатеринославской духовной семинарии. Анатолий Федорович, а вот у Вас нема какихось ведомостей, по сути, Он жил в нескольких странах, так, в цей период, в России и в Молдавии. Почему саме так склалася Его доля, чему, ну, вот так доводилось Ему переезжать туда-сюда? Вы знаете, дело в том, что происходили очень серьезные изменения и события в тех странах, в которых Он проживал и занимался духовной деятельностью. Поэтому в этот период молдавские княжества, такие как Валахия, Бессарабия, Молдавия, они становились ареной жестокой борьбы между Россией и Турцией. Там происходили ожесточенные столкновения между этими двумя государствами. Эта борьба приобрела особый накал в 80-х, 90-х годах 18-го столетия. Это, наверное, тогда эти князевства были под властью Османской империи? Да, изначально да, но потом в результате успешных действий русских войск которыми предводительствовал знаменитый наш полководец Александр Васильевич Суворов. И при армии находился светлейший князь Григорий Потемкин. Русские войска одержали ряд блестящих побед над неприятелем. Поэтому часть Дунайских княжеств со временем вошла, в данном случае Молдавия и часть Бессарабии, во главе с Кишиневым, они вошли в состав Российской империи но некоторые еще оставались под гнетами, под властью Турции. И еще хочу сказать, что здесь вот в этом плане достаточно на первых порах негативную роль в плане дальнейшей духовной деятельности будущего священнослужителя Гавриила Бадони сыграл и вселенский патриарх Неофит VII, но об этом немножко позже. А ситуация была следующим образом складывалась. Когда его высокопресвященство архимандрит Гавриил возглавлял деятельность Екатеринославской духовной семинарии, то в это время э, святительство в Екатеринославской епархии епископ Амросий Серебренников. Он уже был в почтенном возрасте, поэтому серьезно занимался вопросами своего преемника. И свои взоры он обратил на молодого, очень способного священнослужителя э, Гавриила Бадони. Для того, чтобы приобщить его к управленческой деятельности и для того, чтобы познакомить его и с светлейшим князем Григорием Потемкиным, и императрицей Екатериной II епископ Амбросий предложил Гавриилу Банелеску Бадони поехать с ним в действующую армию. Это произошло в 1789 году, это событие произошло, и в результате этой поездки удостоил светлейший князь Григорий Потемкин, удостоил аудиенции Гавриила Банелеску Бадони. Их беседа была очень плодотворной, и в последующем она сыграла одну из главных таких вот составных частей в плане дальнейшей духовной деятельности будущего нашего архипастыря Екатеринославской епархии. По распоряжению Екатерины II, которая получила реляцию от Григория Потемкина, в, котором он, в которой он воздал глубочайшее уважение и восхищение беседы, которую он имел с архимандритом Гавриилом. Поэтому императрица посоветовала поскорее произвести хиротонию в том плане, чтобы возвести Гавриила в сан епископа Бендерского и Белоградского. Эта хиротония состоялась в декабре 1791 году в небольшом городке Бендеры, который был, находился под протекторатом России, был занят российскими войсками. А буквально через полтора месяца, уже в феврале следующего 1792 года, по распоряжению Екатерины II, епископ Гавриил был хиротонисан уже в митрополита. Он становится экзархом православной церкви в Дунайских княжествах. Но, к сожалению, когда русские войска оставили Дунайское княжество, то в этот момент православные храмы и монастыри, которые там находились, они юридически подчинялись Константинопольскому патриарху. К большому сожалению, находящийся тогда на престоле Неофит VII, Вселенский патриарх православный, он почему-то имел неприязненные отношения с митрополитом Гавриилом. Поэтому... Напевно, это было просто но как втручание в внутренние справы Константинопольского патриарха? Да, скорее всего, что так оно и произошло. И поэтому он, неофит седьмой, потребовал такой ультимативной приказной форме, чтобы Гавриил оставил митрополитчу кафедру в Дунайских княжествах и прибыл в Константинополь. Митрополит отказался, он понимал, что эта поездка ничего хорошего ему не даст. Угу. Более того, она угрожала и его свободе. И когда митрополит отказался выполнить это распоряжение Неофита VII, то Константинопольский патриарх в этот момент направляет отряд вооруженных солдат, которые арестовывают митрополита и под конвоем направляют его и перевозят в Константинополь. И здесь уже в Константинополе, когда он предстал перед Неофитом VII, то Вселенский патриарх лишил его митрополичьей и кафедры и предал анафеме. Более того, распорядился заключить его в тюремные узы. И только решительные действия российского посла в Константинополе Кочубея привели к тому, что Гавриил вышел на свободу. Поэтому, конечно, оставаться в Константинополе ему было весьма опасно. И он по совету Кочубея переезжает в Россию. У него уже было российское подданство. И в этот момент екатеринославская кафедра уже была вакантной после смерти епископа Амброси Серебренникова. Его видно сан ему, так я разумею? Да, да. Он сохранил тот же митрополитчий сан свой, mm -hmm. и уже в сане митрополита Екатеринославского и Херсонеста Таврического он начинает святительствовать на нашей Екатеринославской кафедре. Святительство он, как я уже сказал выше, на протяжении шестилетнего периода, это был очень плодотворный период, когда Владыка повсеместно укреплял устои Русской православной Церкви, занимался церковным строительством, освещал многие места под строительство православных храмов и монастырей. Хочу подчеркнуть особо, что именно он, митрополит Екатеринославский Херсонес Таврический, его высокопреосвященство Гавриил Баналеско-Бадони осветил территорию под строительство Одессы. Это произошло в 1794 году. То есть его можно уважать из основных места Одессы, да? Безусловно, оно так и было. Дело в том, что в этот же период он также осветил и строительство четырех православных, самых старинных храмов и церквей на территории самой Одессы. В этот же период он осветил территории под строительством двух великолепных православных церквей на территории Екатеринослава. Это храм, посвященный архиепископу Мирликийских, святителю и чудотворцу Николаю, и церковь, которая была посвящена и освящена была во имя Иоанна Богослова. А буквально в 1795 году его духовный соратник и побратим, протоиерей Иоанн Станиславский, осветил уже их как действующий православный храм. Что касается Криворожья, я должен заметить, уважаемые телезрители, что на тот момент Кривой Рог он не был ни городом, ни местечком. Это было небольшое поселение, в котором проживало всего несколько сот человек. Но тем не менее на территории Криворожья мы знаем уже успешно действовал, функционировал православный самый старинный храм, посвященный архиепископу мирликийскому святителю чудотворцу Николаю. Хочу сказать, что именно в этот же период в соседнем с Кривым Рогом селении Терны шло строительство первого каменного на Криворожье храма который посвящен был Архистратигу Небесных Сил Архангелу Михаилу. Строительство этой церкви продолжалось около 15 лет. Это объясняется смертью коллежского ассессора дворянина Шляхтина и уже его жена, дворянка Екатерина Родионовна Шляхтина, в 1806 году, когда уже владыка не святительства на нашей кафедре, он в этот момент проживал в Одессе, этот храм был освящен на территории поселка Тырны. Поэтому мы не располагаем архивными данными, которые бы могли нам рассказать о возможном приезде, о возможном архипасторском визите его на территорию нашего города. Скорее всего, что этого не было в силу тех причин, о которых я сказал немножечко раньше. После окончания святительства Гавриила Банелеску Бадони на Екатеринославской кафедре, он в 1799 году принимает под свое святительство Киевскую епархию. Там он духовно управлял этой епархией на протяжении четырехлетнего периода по 1803 год. Когда он в 1803 году покидал киевскую епархию и переезжал на постоянное место жительства благословенную им Одессу, то в знак глубочайшего уважения к этому архипастерю церковные колокола на православных храмах киевских и монастырях своим колокольным звоном свидетельствовали о том, что действительно они прощаются прощаются с этим выдающимся священнослужителем, который успешно руководил деятельностью Киевской епархии. Но, насколько я знаю, Владыка Гавриил недолго прожил на покое в Одессе. Он да, в он прожил, прожил два года, потом переехал в Дубасары, а в 1806 году начинается очередная русско-турецкая война. И ареной боевых действий снова становится Дунайское княжество. Действия российских войск были успешными. Они заняли Кишинев, который с 1808 года вошел в состав России, заняли значительную часть Бессарабии, и поэтому его высокопреосвященство в сане митрополита Кишиневского и Хотинского, а точнее говоря, экзарха Молдавии и Бессарабии, возвращается к своей духовной деятельности. Он прослужил еще до самой своей кончины 13 лет в этот момент. Служил он очень плодотворно трудился, не покладая рук. За период его святительства были построены многочисленные православные храмы и монастыри на Молдавской и Бессарабской земле. Начала функционировать и знаменитая Кишиневская духовная семинария. А в 1818 году, во знаменовании десятилетия его экзархата на территории Молдавии и Бессарабии, в Кишинев прибыл император российский Александр I, который удостоился встречи с митрополитом. Эта встреча была теплой, душевной. В результате император наградил за подвижничество, за апостольские труды, за великие такие святительские деяния митрополита Гавриила орденом Андрея Первозванного. Владыка трудился еще несколько лет, но чувствовал, что состояние здоровья его ухудшается. И последний год своей земной деятельности он передал руководство Кишиневской епархией своему викарному епископу Димитрию, который руководил, по сути дела, деятельностью этой епархии. Владыка очень много молился, чувствовал, что земная его жизнь подходит к окончанию, поэтому последние месяцы своей жизни он провел в молитвах, в общении с Господом и Пресвятой Богородицей. в 1821 году его высокопресвященство мирно отошел к Господу. Он был похоронен в крипте на территории знаменитого Успенского, Киприановского монастыря, недалеко от города Кишинева. А надгробная надпись его гласила, его имя будет жить во вовеки, его мудрость будет разглашена людям, а церковь воздаст ему хваление. Надо сказать, что наши молдавские соседи – действительно по-христиански отнеслись к увековечению памяти этого выдающегося первосвятителя. Они в 2012 году причислили его к лику святых Молдавской Православной Церковью и в честь Гавриила названа одна из центральных улиц города Кишинева. Но мы надеемся, что в связи с переименованиями улиц в нашем городе, возможно, в Днепропетровске, имя этого выдающегося священнослужителя, любившего Господа больше собственной своей жизни и сделавшего так много для укрепления устоев канонам православной церкви, что его имя будет увековечено, может быть, в названии или Криворосской улицы, или какой-то площади, или, может быть, какого-то населенного пункта на территории нашей Днепропетровской области. Ибо его деяние, его беззаветная преданность Господу, они заслуживают этого глубокого уважения к духовному деятельности, слуги Божии. Я вам очень дякую за такой цікаву рассказ. Надеюсь, что его имя увійде и до сонму катеринославских святых також. Дай Бог. Ангела-хранителя. Наша передача подходит до свого завершения. Мне остается только попрощаться с вами и пожелать всем миру радости и любви. Ангела всем хранителя!